яка гарнесенька дівчина. А в такой бы вечерочек заглянув би, який кавалер. Я тутенький, мадам. Звали. А что? Ничего, мужчина. Прости, господи. Ежели его помыть, побрить полностью, дорога обломать. Да накормить! Ой, еще какой слабенький. Ну ничего, сейчас ты у меня будешь, как огурчик, малосольненький. Спасибо, мадам! Мадмуазель. Тем более! Только не надо, красавица, вот этих движений пальцами, я от них сознание роняю. Ух ты, какой пушистый. Жать давай! Ой, одну минуточку. А как насчет вареников с мясом, да со шкварочками? Не знаю, не пробовал. Я больше все тараканы, крысы, лягушки. Фу ты, гадость. А, я же просил вас без этих манипуляций, красавица. Давайте быстрее ваши вареники. Трошечки погодите, сию минуточку. Берем два стакана белой муки, одно яйцо, соль, обязательно минеральную воду для пищеварения и замешиваем крутое тесто. Потом кусок мяса с луком пропускаем через мясорубочку. Добавляем соли и трошечка перчика. Ой, а перчика можно не трошечки, я его очень уважаю. Как скажете. Обжариваем фарш на сковородочке и остушиваем. Подуйте на него. Тесто раскатываем. И стаканчик. Будьте здоровы. Выдавливаем кружочки. Кладем на них фарш. И зацепляем пальцами. Кидаем в кипящую воду, тоже минеральную, чтоб живот не болел. И варим, пока не всплывут. Нарезаем кубиками копченое сало. Вы любите копченое сало? Люблю, серденько, ибо сам копченый. От и гарно. Жарим копченое сало. Вареники насыпаем у миску, а потом поливаем это все зажаренными шкварочками. Пробуйте, серденько, пробуйте. А со сметаночкой. Ах, какой мужчина. А все-таки тебя чуть-чуть побрить. Ну, постричь. Ну ладно, ладно, и так хорош.